Продолжаю видео Тальякотсу. И вот сейчас после храма можно спуститься по этой дороге сюда, повернуть сейчас налево, насколько мы вчера гуляли с моим сыном. И мы выходим как раз прямиком на Пьяцца дель Обелиско. Вот здесь такие улочки, называется Виа Санта Роза, улица Святой Розы. Здесь такие дома. И здесь в основном нужно много увидеть, что вывески Вендези. Вендези это продаются. То есть можно купить прекрасную квартирку. Вот Венде, например. Прекрасную квартирку в центре города Тальякотсу, допустим. Вот это красивые такие обелиски, арочки. Здесь очень все красиво. Вот такие полы, вымощенная брусчатка старинная. Олег, привет. Это не Олег. Я делаю видео. Я знаю, просто я... Вот мы сейчас находимся здесь и выходим на главную площадь. Пьяцца дель Обелиско. То есть площадь с обелиском. Она у них главная здесь, в этом городе. Здесь собираются шумные компании в субботу и воскресенье. Здесь просто... не пройти. La Vecchia Posta. Переводится старая почта. Наверное, здесь когда-то была почта, а сейчас осталась просто вывеска. Очень красиво все украшено цветами. Вот такие древние названия даже улиц. Виа, Капо, и все, в принципе, уже стерто. Вот это просто прелесть. Я не знаю, как это сказать. Я хочу красивые цветы поснимать и площадь. Дома мне напоминают здесь архитектура и окраска Лигурию, потому что окраска домов разная именно на этой площади. Очень красиво все смотрится. Здесь можно встретить также магазины. Магазины модной одежды, зонтиков. Опять можно встретить название Венде, Венде, Афита. Афита это... сдача в аренду на летний период, на несколько месяцев или даже на год. А Венде, Вендези, соответственно, нужно купить навсегда и жить здесь в прекрасной атмосфере цветов и старинных красивых балконов. Вот мы сюда пришли. Сьямо аривати, сьямо мольто мольто феличи. Красивый фонтан. Отдыхающие люди, кругом цветы, окружают площадь ресторан. Очень вкусная еда, мы ужинаем каждый день здесь. В ресторанах выбираем каждый день разные. И очень нам все здесь нравится. Вот так. Так что, Тальякотсу, чао-чао. Завтра мы должны будем возвращаться в Рим. И я надеюсь, что когда-нибудь еще приедем в этот прекрасный город. Всем пока. Пока-пока.